Бюро находок ищет. Свидетели ДТП, произошедшего 25 апреля в 17 часов 12 минут по улице Вокзальной напротив трампарка с участием автомобиля «Шкода» и микроавтобуса «Хюндай», обещанного вознаграждения. Связку ключей с брелоком от автомобиля «Киа» утеряно 21 апреля в районе гипермаркета «Магнит» Повахитова, обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.